Здравствуйте. Дайен Нуван – великая женщина, прошедшая через многое. Она сама прочертила себе дорогу в Голливуд вопреки непониманию со стороны семьи, благодаря собственной мотивации и амбициям. Потому для меня Дайен является не менее интересным персонажем, чем Конь Боджек, главный герой сегодняшнего мультсериала. Сейчас мы с вами погрузимся в мир под названием Дайен Нуван. Депрессивный, тяжелый, но все же имеющий большие надежды глубоко внутри. Девушка родилась и выросла в Бостоне вместе со своими братьями, один из которых, кстати, приемный, угадайте, кто именно, матерью и отцом. Ее семья имеет вьетнамское происхождение, хотя сама Дайен ни разу до взросления не была в родной для ее предков стране, да и ее родные никогда не считали нужным говорить о своих корнях, они не видели в этом никакой ценности. Первое, что мы можем отметить в ее истории, это великолепную схожесть ее семьи с семьей Коня Боджека, который впоследствии станет для нее лучшим другом, так сказать, товарищем по несчастью. Все родные Дайен пренебрежительно к ней относились, постоянно унижали, радовались ее недостаткам и никак не поощряли за достижения, а иногда и сами не стыдились всячески ее подставлять. Самый яркий пример – случай, когда братья очень жестоко разыграли свою сестренку. В свои 16 лет однажды Дайен начала получать интересные письма от таинственного незнакомца под именем Лео, который выражал глубокую заинтересованность в нашей героине, хотел приехать из Кембриджа в Бостон, чтобы встретиться с девушкой на выпускном бале в ее школе. Дайен, молодая и наивная, конечно, очень обрадовалась появлению подобного человека в своей жизни и ждала встречи с сентиментальным парнем из Англии. Все ее надежды и мечты разрушились, как только она поняла, кем на самом деле все это время являлся Лео и, возможно, навсегда потеряла способность слепо доверять людям. Наверное, оно и к лучшему. Вместо прекрасного принца на белом английском коне приходит, чтобы сопровождать девочку на балу, обычный бородатый бездомный в голубом костюме. Оказалось, братья Дайен, единственная ее родня, хотели таким образом разыграть ее. Это они писали письма от имени Лео. Мне кажется, подобное мог бы совершить кто угодно. Например, сумасшедший, одержимый моральным насилием психопат, какой-нибудь яростный заклятый враг Дайен, который бы хотел убить в девушке всю любовь к миру и жизни, но сделали это дружные братильники нашей с вами девочки. Теперь Дайен точно понимает, что ее семья — это злейший враг для нее в этой вселенной. Вот что скажу. Наша героиня по-настоящему умная девушка. И это, думаю, было отчетливо видно в процессе ее взросления. Как я понимаю, ее братья вечно завидовали ей, ведь она была умнее их. Родня Дайен – мертвые изнутри люди, не понимающие, что им делать в этой жизни, ленивые и неспособные на развитие, в отличие от нашей девочки. Потому эти неотесанные пытались, возможно, даже неосознанно подавить ее личностный рост еще в детстве. Отец Дайен, как она сама говорит, жестоко и пренебрежительно относился к своей дочери, не воспринимал ее достоинства, всячески старался доказать ей, что она такая же глупая, как ее братья, ничем не отличается от всех остальных, считал ее выскочкой. Мать тоже не отличалась доброжелательностью, порицала дочь за попытки выбраться в люди, а когда Дайен все же удалось съехать из дома и зажить собственной жизнью, мама вселяла в девушку чувство вины за то, что она, мол, эгоистически бросила собственный дом и семью. В общем, к счастью, у бесконечно ужасных родственничков, как и у постоянно издевающихся над Дайен одноклассников, как и у ее подруги, которая ее однажды жестоко предала, не получилось подавить в девушке страсть и мотивацию стать человеком. Дайен Нуван после учебы в Бостонском университете, где, кстати, ловит депрессию и на короткое время садится на антидепрессанты, переезжает из родного дома в жаркую, полную возможностей Калифорнию, начинает подрабатывать баристой в Старбаксе и официанткой в каком-то ресторане. Старается пробить себе путь в журналистской деятельности. У нее еще все впереди. Здесь она встречает свою подругу Рокси и парня Уэйна. Они являются ее коллегами, что в Старбаксе, что в ресторане. Всячески поддерживают девушку в различных начинаниях. Дайен отправляет свои статьи в различные журналы и на веб-сайты в надежде найти работу и, так сказать,
раскрутиться. Одной из первых ее опубликованных статей является та, о которой она, кстати, сразу рассказывает своей матери. Но даже здесь мама не смогла сдержаться и не вставить свои 5 копеек, вместо того, чтобы просто порадоваться за дочь. Мое открытое письмо открытым письмом опубликуют в Макс Уиннис. Макс что? Кто это? Какой-то ирландец? Нет, мам, это очень известный веб-сайт. О, нет, меня на такое не купишь. Веб-сайт? А мы, значит, распечатывай эту статью за свой счет. Мам! Знаете, на этом канале мы разобрали кучу историй, и все они были грамотно прописаны, структурированы, красиво поданы зрителю. За это спасибо великим сценаристам. Сейчас эта профессия как никогда востребована в кино, рекламе, театре, видеоиграх. Именно сценарист прорабатывает сюжет и смысл произведения. Думаю, в каждом из вас, как и во мне, существует эта творческая жилка. Желание заниматься творчеством и даже зарабатывать на своих сценариях. Образовательная платформа, о которой вы точно слышали не раз, Skillbox поможет вам в развитии своего творческого начала. Записывайтесь на бесплатный мини-курс Skillbox по основам сценарного мастерства и сразу получите чек-лист, что поможет написать первый сценарий. На занятиях вы узнаете, как сделать первый шаг в профессии и где искать заказы, может ли сценарист работать на удаленке, как устроена работа сценариста и как в ней зарабатывают деньги, где нужны сценаристы, кроме кино и ТВ, из каких элементов состоит сценарий. Научитесь прописывать конфликт и интересных персонажей, которым хочется сопереживать. Поймете, как сделать увлекательным сценарий любого формата для кино, сериалов, игр, рекламы, церемоний и мероприятий. А также вы получите актуальную в сегодняшнем мире информацию об использовании нейросетей в работе сценариста. Проходить данный курс вы можете в любое удобное для вас время, углубляясь также в практическую работу, ведь после каждого видео вас ждет задание. А на итоговом вебинаре спикер от компании Skillbox Евгений Казачков, сценарист, драматург, преподаватель, поделится своими профессиональными секретами, подарит обратную связь обучающимся, разобрав работы и ответив на их вопросы. Чек-листы, гайды, скринкасты и другие бонусы ждут вас здесь. Скорее попробуйте себя в роли сценариста, и тогда вы сможете понять, действительно ли подходит вам эта профессия. А, да, самое главное, чуть не забыл. Каждый из вас получит подарки в процессе прохождения курса. 5 полезных чек-листов, которые помогут вам написать качественный сценарий, бесплатный доступ к платформе для изучения английского языка на весь год, электронная книга от издательства «Миф», где обитают фантастические идеи и как поймать лучшую из них для вашего сценария или романа Эрика Борка, персональная карьерная консультация. Эксперт поможет определить ваши сильные стороны и получить тестовый доступ к подходящей профессии. А самое вкусное, все участники мини-курса по сценарному мастерству получат сертификат на скидку 10 тысяч рублей на любой продукт Skillbox. Регистрируйтесь на мини-курс и получайте чек-лист, что поможет написать первый сценарий. Переходите по ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране. А мы, конечно же, идем дальше изучать сценарную работу великих деятелей искусства, написавших сегодняшнюю историю. С афропарнишкой Уэйном Дайан повстречалась недолго, ибо однажды она познакомилась с мистером Подхвостом, звездой телеэкранов, прекрасным мужчиной, вечно веселым, уже дважды женатым до этого, а еще недавно разведенным псом. На данный момент Нуван веселая, достаточно ветреная и интересная для Подхвоста, не способного, кажется, вообще жить без отношений или не заботясь о ком-то, девушка. Поэтому наши новые знакомые начинают встречаться. Казалось, они нашли друг друга, и все у них теперь прекрасно. Однако их союз имеет кучу проблем и печальных ситуаций. Первый неудачный момент, для нас известный, в их отношениях случился однажды на вечеринке в честь Хэллоуина. Отмечу, данная великая пати, словно традиция, проходит почти каждый год в доме коня Боджека, можно сказать, коллеги нашего песика. А значит, на каждой такой вечеринке присутствовал мистер Подхвост со своими бывшими женами, так же, как сейчас со своей новой девушкой Дайан. Следовательно, Нуван начинает невольно сравнивать себя с бывшими своего парня, старается показаться любителем тусовок, хотя на самом деле не любит вечеринки в принципе. Причиной этому может являться то, что в школьные времена маленькую стеснительную Дайан никто не приглашал на подобные мероприятия, вот она и не знает, как себя вести в таких случаях, да и не особо хочет знать. И в один прекрасный момент вечеринки Подхвост, заметив, что его девушка немного скучает, предлагает ей познакомиться со своим давним знакомым, хозяином дома, конем Боджеком. В этот момент всем нам известный саморазрушитель, об истории которого мы говорили в ролике, ссылка на который сейчас вылезла в подсказке, разговаривал со своей ненавистной мамой о смерти его отца, коня Мармелада, на дуэли.
В общем, сказать, что Дайен подошла к Боджеку в самый неподходящий момент, ничего не сказать. Девушка юна и немного боится общения с такой большой знаменитостью, как этот конь. К тому же, Дайен часто смотрела в детстве шоу «Ржем с конем», в котором он снимался. Можно сказать, Боджек для нее в каком-то смысле был объектом некоего обожания, когда она была ребенком. В том ситкоме рассказывалось о жизни сирот, которых приютил одинокий конь. Семейка из сериала была очень дружная, веселая, не такая, как у Дайен. Потому «Ржем с конем» помогал ей хотя бы на момент почувствовать себя в приятной атмосфере любви и тепла. Так вот, встретив Боджека в реальной жизни, девушка была очень боязлива, не уверена в себе, да и подошла к нему познакомиться в ужаснейший момент его жизни. А значит, их знакомство точно было обречено на провал. Дайен становится стыдно. Она думает, что выставила себя перед конем полной дурой и гиком. Девушка сильно расстраивается, рассказывает о неудавшемся знакомстве под хвосту, признается, что на самом деле не любит людные места и вечеринки, в отличие от его бывших жен. Но самое главное, Дайен хоть избегает с вечеринки, она не закатывает истерику, не кричит, не проявляет ярое недовольство в случившемся и не выставляет виноватым в этом своего парня. При этом в похожих ситуациях бывшие мистера Подхвоста действовали как раз наоборот. Начинали злиться и кричать, выставлять на показ свои эмоции. Дайен другая. Она скорее обидится на себя за то, что не может полюбить вечеринки ради своего нового бойфренда, нежели будет винить его в каких-то собственных загонах. Все потому, что наша девочка росла в атмосфере стабильных нападок в ее сторону от братьев, родителей, сверстников. Вследствие этого ее самооценка, очевидно, падала, как и уверенность в себе. Да, Нуван свободно может спорить и отстаивать свое мнение, но только если речь идет не о ней или ее качествах. Она яро будет защищать справедливость в отношении равноправия мужчин и женщин, высмеивать злые корпорации или обсуждать неудобные для каких-нибудь знаменитостей Голливуда темы, но как только кто-то или что-то заденет ее за больное, детское, пока еще не забытое чувство вины перед социумом, за ее ощущение никчемности в обществе, Дайен превратится в неуверенную в себе девочку. В общем, вечеринка в доме коня Боджека заканчивается. Мистер Подхвост решает поговорить со своей девушкой о случившемся. Он объясняет Дайен, что любит ее такой, какая она есть. Ему не нужна ее любовь к социуму или веселым алкогольным мероприятиям. Да и угрюмый конь, скорее всего, даже не запомнит ту встречу с Нуван, а значит, стыдиться больше нечему. Кстати, Подхвост на данный момент сказал действительно правду. Ему не важно, что думает Дайен о вечеринках, он уверен, что справится с любыми ее подобными качествами, проблемами, всегда поддержит девушку. Но не будем забывать, песик слишком сильно любит тусовки, в то время как его пассия испытать подобного восторга от громких мероприятий не сможет никогда. Это будет очень важным фактором в дальнейших отношениях между Дайен и Подхвостом. Либо пес примет желание девушки оставаться в тени, не закатывать вечеринки, праздновать свой день рождения в кругу лишь самых близких людей, либо же будет и дальше ставить Дайен в неудобное положение, что в конечном итоге приведет к непоправимым последствиям в их отношениях. Какой выбор сделает мистер Подхвост, узнаем чуть позже, а пока переносимся лишь немного вперед. Несмотря на неудачное знакомство Боджека и нашей девочки в 2009 году, им было суждено столкнуться вновь спустя несколько лет. Конь уже забыл о прошлой стычке с Дайен, так что будем считать, что только сейчас эти герои познакомятся по-настоящему. Боджеку нужно написать книгу о себе, автобиографию, да такую, чтобы люди запомнили коня надолго. Он хочет оставить след в сердцах общественности. И, конечно, на самом деле это не так. В первую очередь, старый актер Голливуда желает лишь самоутвердиться за счет любви общества. Думает, что сможет перестать ненавидеть себя, если все ему будут кланяться и говорить о том, какой он хороший. Так вот, наша прекрасная писательница Дайен теперь будет литературным рабом для Боджека. Должна будет написать как раз те самые мемуары коня. У нее уже был опыт в написании биографии известной личности. Под авторством девушки выходила книга-бестселлер о секретариате, чемпионе мира по скачкам. Кстати, кумире детства коня Боджека, а также самоубийце, который покончил с жизнью после отстранения от скачек. Дайен, если что, уже далеко не та забитая маленькая девочка, а вполне серьезная писательница и общественный деятель. У нее есть свой стиль, характер, благодаря которому между новыми друзьями образовался коннект. Боджек и Дайен
похожи, что мы будем не раз замечать в дальнейшем повествовании. Но пока наши герои проводят прекрасную беседу, по итогу которой Боджек соглашается нанять Дайен для написания своих мемуаров. Немного до этого Конь не хотел вовсе никого нанимать, думая, что справится со всем сам. А также наша телезвезда узнает, что действующим парнем писательницы является тот самый мистер Подхвост. Это приводит в недоумение голливудского актера телевидения, так как нашего песика Конь не сказать, что любит, возможно, даже ненавидит. Но несмотря на это, у наших новых знакомых складываются неплохие отношения. Они начинают работу над книгой. Можем заметить, что Дайен проводит глубочайшую аналитику личности своего нового друга, в то время как объект этого анализа находится в неведении. Вновь совершая какую-то пакость, о которой Дайен ни в коем случае не должна писать в книге, или рассказывая ей о чем-то печальном, выдающем его личности глубокие детские травмы или психологические проблемы, Боджек уверен, что это ни в коем случае не попадет в его мемуары, и что общаются они с Дайен всегда чисто по-дружески. А когда их диалог все же вдруг имеет прямую цель работы над книгой и извлечением информации из головы нашего автобиографиста, Конь очень старается не выставить себя в плохом свете перед писательницей, не рассказывает о своих родителях, потому что они были ужасны и оставили в его душе великую рану, это будет сразу очевидно его собеседнице. Но как бы ни пытался Боджек скрыть свою искреннюю натуру, которую сам себе ненавидит, от Дайен у него это, конечно, скрыть не получится. Девушка видит его высокомерие и неуважение к окружающим его случайным людям, когда тот попадает в неудобную ситуацию, нагрубив ветерану войны. Замечает, как Конь специально не обсуждает с Дайен своих родителей, отвечая на вопросы о них лишь односложными фразами по типу «У меня было обычное нормальное детство». Каким было твое детство? Нормальным. Нормальным? Да, оно было нормальным, как у всех нормальных детей. Вот твой омлет. Не такой вкусный, как у твоей секретарши, но это ведь я твоя жена, а не она, верно? Да, но если бы она тоже отказалась делать аборт, то была бы на твоем месте. Мамочка, можно мне омлет? В день рождения все можно. В общем, диалог у наших новых друзей складывается не самый информативный, но Дайен и без этого отлично чувствует весь мрак, застрявший в голове у Боджека. Она прекрасно понимает, кто на самом деле находится под маской крутой и успешной звезды из 80-х. Но не будем долго говорить об этом безоговорочно интересном коне, все же наш главный герой сегодня – Дайен Нуван. В ее личной жизни все складывается в принципе неплохо. Не дает покоя девушке сейчас лишь маленькая проблемка. В ее доме постоянно находятся операторы с камерами, снимают реалити-шоу про мистера Подхвоста и его жизнь. А ведь Дайен не любит, когда в ее маленький мирок под названием «дом» вламываются случайные люди. Они попросту заставляют ее чувствовать себя некомфортно. Потому милой девушке Подхвоста для того, чтобы даже просто поработать, приходится выбираться на крышу дома, где царит полная тишина и спокойствие. Здесь мы еще не раз будем наблюдать Дайен и погружаться в ее размышления. Подобным местом умиротворения в прошлом для нее служила свалка в Бостоне. Она, будучи школьницей, сидела там в полном одиночестве, мечтая стать умной, классной и сделать красивую прическу. К слову, книга о Боджеке почти готова. Дайен за несколько недель, проведенных с конем, полностью проанализировала его личность и характер. Она узнала о его отношении к Саре Лин и о том, что он пытается быть ей как отец, хотя на самом деле не справляется даже с ролью просто хорошего друга. Увидела, как сильно Боджек боится остаться один, потому манипулирует своим сожителем Тоддом, в прошлом бездомным, пришедшим в дом коня по случайности, чтобы тот всегда оставался зависим от коня. Осознала, как глубоко ранена душа старой телезвезды благодаря истории, произошедшей с Хербом Казасом. Но вдруг нам приходит неприятное известие о смерти отца Дайен. У главы издательства Пинки начинается паника. Он боится, что теперь из-за этого происшествия книга не будет готова вовремя. Однако девушка равнодушно отнеслась к смерти своего родителя. Не стала из-за, казалось бы, очень печального события откладывать работу над книгой, просто попросив время на то, чтобы съездить в Бостон и выразить соболезнования. Да и даже одновременно с этим Дайен будет готова работать над мемуарами, ведь едет к своей семье вместе с Боджеком. Здесь начинается крайне важное действо. Как только младшая дочь семьи Нуван приезжает спустя несколько лет в свой дом, родные вновь показывают себя не лучшим образом. Указывают ей, что делать, в чем-то обвиняют. Ее мать и вовсе говорит, мол, Дайен бросила свою семью ради собственного карьерного роста. Видимо, девушке нужно было всю жизнь жить в богом забытом месте без надежды на
будущее, держаться рядом с никчемными братьями, которые даже похоронить собственного отца не способны, его тело почему-то все еще лежит дома на кресле с нарисованным на лбу половым органом, рядом с вечно недовольной стервозной матерью, с отцом, который в любое свободное от работы в университете время рутинно сидел перед телевизором с бутылкой пива, не заботясь ни о воспитании собственных детей, ни о саморазвитии, так он, кстати, и помер. Сидя перед телеком. Но стоит отметить, что братья Дайан в какой-то степени все же рады ее приезду. Ну, все-таки у них отец покинул мир живых, а возвращение хоть и не очень любимой, но все же родной сестры приподняло им настроение. Однако ненадолго. Казалось бы, сейчас вся их семья должна испытывать огромный спектр эмоций, состоящий из печали, сожалений, обиды, но ни один из Нуванов не находится в какой-то тяжелой апатии из-за смерти важного члена семьи. Да, все в этом помещении немного печальнее, чем обычно, но эта печаль, например, для наших братьев по силе сопоставима с проигрышем их какой-нибудь любимой футбольной команды. То есть подобное непременно важное событие можно сравнить по важности со смертью отца в семье Нуван. Да, это так. И все здесь это понимают. Братья просят Дайан организовать для покойника похороны, потому что сами они точно с этим не справятся. А еще показывают Боджеку, который приехал в Бостон вместе с девушкой, видеоролик под названием Cry Ann. Если перевести и объяснить эту игру слов, получится что-то вроде «Плачущая Дайан». На этом видео записан тот самый школьный выпускной, когда братья девочки под видом ее приятеля по переписке Лео привели ей в ухажеры бездомного мужчину. Мальчики не хотели злить Дайан и попусту стыдить ее спустя столько лет после того случая, включая этот видеоролик Боджеку, а желали лишь немного посмеяться. Однако девушка ту ситуацию точно не запомнила как что-то смешное. Потому, не желая больше находиться в этом всем своим видом, напоминающем о тяжелом детстве доме, девушка едет в похоронное бюро, оплачивает похороны, выбирая тариф для этого не очень веселого мероприятия под смешным названием «Не отец, а кусок дерьма», и это еще мягко выражаясь. В общем, Дайан, как сам самая в семейке уродов адекватная, хочет сделать все по-правильному. Попрощаться с не самым лучшим, но все же папой, похоронить его. Однако сыновья семьи Нуван вдруг, несмотря на то, что сами попросили Дайан организовать похороны, возжелали исполнить истинную волю своего погибшего родителя. А он не хотел лежать в гробу. Он желал, чтобы... Чтобы его засунули в бочку и бросили на головы бездарным бейсболистам! Где отец? Он в бочке. Она в тачке. В итоге Дайан выходит из себя, злится на своего друга Боджека за то, что он совсем не поддерживает ее, выставляя перед и так неуважающей ее семьей в плохом ключе. Злится на своих родных за лень, глупость и ужасное к себе отношение. Сначала девушка пытается разнести весь бар, в котором находятся наши герои, а потом забирает машину своих братьев, бочку с телом отца и уезжает. Угадайте, куда? Правильно. На ту самую местную бостонскую свалку, на которой постоянно сидела в своем детстве, если ей было плохо и нужно было собраться с мыслями. Сейчас Дайан здесь разговаривает по телефону с мистером Подхвостом, своим парнем. Песик узнает о плохом настроении девушки, не пытается подробно расспросить ее о случившемся, а просто мягко и ласково поддерживает и очень ждет, когда она приедет домой. Подхвосту не нужны тысячи слов, чтобы быть настоящим романтиком и милым парнем. Но второй раунд утешений следом за парнем Дайан проводит конь Боджек, недавно обидевший свою новую подругу. Пришла наша звездочка не с пустыми руками. Принесла якобы письмо от того самого Лео, старого друга по переписке Дайан, оказавшегося в итоге лишь злой шуткой. В этом письме Боджек написал прекрасные слова, а главное, по-настоящему искренние. А еще дал хороший совет девушке. Да, не удивляйтесь, наш конь иногда способен говорить вполне себе логичные вещи. Дайан в глубине души все еще на самом деле желает одобрения со стороны своей матери и братьев. Они ее не особо любят, и это взаимно. Однако девушка все еще почему-то хочет получить признание с их стороны. Поэтому она приехала сюда и пыталась организовать похороны для своего отца. Не потому, что ей неравнодушна его смерть, а чтобы Нуваны признали Дайан и вспомнили о ее существовании. Но Боджек высказывает девушке отличную мысль. Она должна отпустить свою семейку уродов, забыть
говорить о них как о страшном сне и не вспоминать. Ей не должно быть важно мнение этих нелюдей. Они не могут больше влиять на ее жизнь, унижать и заставлять чувствовать себя некомфортно. И Дайен соглашается с конем. Друзья проводят милую беседу, по итогу которой девушка поняла, чего на самом деле хочет. А хочет она жить только свою жизнь, не задумываясь о мнении своих жалких родственников насчет этого. И кстати, что же теперь делать-то с телом отца из семьи Нуванов? Надо бы похоронить его или отдать бедолагам-братьям? Ну, можно было бы, пока Боджек случайно толчком машины, где и находилась бочка с трупом, не заставил эту самую бочку покатиться прочь в неизвестном направлении, по пути упав, конечно, не на тупые головы баскетболистов, а всего лишь на проходящую мимо бабушку. Дайен Нуван и конь Боджек уезжают из Бостона обратно в LA. И вот незадача. Великолепный конь влюбляется в свою же работницу. Это произошло слишком незаметно, но после некоторых обдумываний все становится на свои места. Новые друзьяшки провели друг с другом кучу времени, утопая в интереснейших диалогах на все различные темы. Они раскрылись друг к другу. Дайен наконец может поговорить с кем-то о том, о чем с милым, но немного глуповатым мистером Подхвостом не получается поговорить. А Боджек в первую очередь рад найти человека, который может выслушивать его речи и недовольство в неограниченных количествах, ибо на данный момент в этом заключается работа Дайен. В общем, хоть и девушка даже не подозревает о симпатии Боджека к ней, конь уже успел осознать свои эмоции и начинать предпринимать действия. В голове Подхвоста начинает образовываться ревность, которая приводит к тому, что находясь в одном ресторане с Боджеком, он начинает соревноваться с конем по любому поводу, начиная от темы для разговора, заканчивая подарками и физическими, а также умственными способностями. Взрослые дяденьки начинают вести себя не лучше, чем детишки в детском садике. Дайен в то же время вообще все равно на соперничество своего парня и друга. Не это она любит в мужчинах. Потому девушка в процессе великолепной схватки Боджека и Подхвоста просто засыпает. А после ее парень отвозит Нуван домой, оставляя коня наедине со своими мыслями и чувствами. Депрессивный жеребец напивается в хлам, в пьяном угаре от переизбытка эмоций ворует из всем известной надписи Hollywood букву D. Если кто не понял, D это Дайен. Теперь Боджеку за это светит неплохой такой суд и срок, но к нему на помощь приходит Подхвост. Но как пес узнал о том, что именно конь украл огромную букву для его девушки? Все просто. Боджек сам рассказал ему эту информацию в голосовом сообщении, когда был пьян, чтобы похвастаться. В общем, теперь наши друзья и в то же время соперники должны решить проблему с ворованной буквой. Они создают великолепный план по возвращению Д на место. Боджек должен будет отвлечь людей, чтобы никто не увидел вертолет, несущий ту самую букву, в то время как Подхвост ответственен как раз за ее доставку на родное место. Но тут наш песик показывает, к удивлению, свою смекалку. Он забирает букву себе, говорит всем, что это он украл ее для своей девушки, для Дайен. Конечно, в реальной жизни его бы все равно, скорее всего, привлекли к ответственности за этот поступок, несмотря на его великолепно романтичный мотив, но в мультсериале действия Подхвоста одобрила общественность, посчитав их очень милыми и даже в какой-то степени героическими. В итоге Боджек в ярости, у него по сути украли им же и украденную букву D, мистер Подхвост в глазах людей отличный романтик, но Дайен тем временем совсем не оценила подобный поступок со стороны своего парня, и уж тем более огласно этого случая в массах. Как мы уже знаем, ей некомфортно ощущать на себе внимание большого количества людей, потому как только к ней подбегает радостный и совсем не понимающий чувств своей девушки Подхвост вместе с папарацци, Дайен приходится быстрым ходом удалиться из собственного дома, хотя она только что сюда приехала. А уезжает она куда? Конечно же, на работу, то есть домой к Боджеку. Конь немного приоткрывает свою душу девушке, почти буквально говорит, что знает ее лучше, чем мистер Подхвост, но тут же смущается, не осмелившись договорить желаемое, не сумев признаться в своих чувствах. Дайен уезжает домой, где ее уже ждет любящий парень, подготовленный к романтическому извинению за случившееся, и, внимание, делает девушке предложение. Она говорит «да». И вдруг тут же зажигается свет, вылезают папарацци, операторы с камерами, друзья Подхвост
просто. Они все тут же начинают отмечать такое яркое событие. Конечно, Дайен рада тому, что выходит замуж, но мистер будто ее совсем не слушает и не понимает. Она ему 1000 раз показывала, насколько не любит шумные тусовки, широкие жесты и уж тем более освещение личной жизни в общественности. Данная ситуация показывает одну из самых главных проблем отношений между Дайен и Подхвостом. В будущем это еще сыграет огромную роль. Нувен выходит на улицу, звонит Боджеку, чтобы сообщить ему о своей будущей свадьбе. Эта новость заставляет коня вновь напиться. Это он, в принципе, делает в любой непонятной ситуации. Спустя некоторое время Боджек и Дайен должны будут отправиться еще в одну поездку по работе. Коню нужно встретиться с бывшим лучшим другом Хербом Казасом, которого однажды наш жеребец жестоко предал, а сейчас у него обнаружили рак прямой кишки, что я точно не считаю смешным или даже немного забавным. Ну а писательница должна запомнить все детали истории старых друзей и после запечатлеть в книге. Хотя на самом деле конь взял Дайен с собой лишь потому, что боится находиться с Казасом наедине. Видимо, в таком случае чувство вины его будет буквально сжирать изнутри. Дайен ему поможет немного отвлечься. Сказать, что встреча Боджека и Херба прошла ужасно, ничего не сказать. Потому на обратной дороге конь находился в очень подавленном состоянии. Это сильно повлияло на его действия. Бедолага поймал микропаническую атаку, а когда Дайен постарался его утешить, он поцеловал девушку, уже помолвленную с другим парнем девушку. Как вы понимаете, отныне на некоторое время Боджек создал излишне неловкую обстановку между друзьями, а после он еще и разрабатывает план отмены свадьбы Дайен и Подхвоста. Конечно, у него ничего не выходит. Да и Нувен больше не желает видеться с Боджеком даже по работе, отговариваясь тем, что накопившегося материала уже достаточно для книги. В голове девушки поселяются кучи мыслей и сомнений насчет ее предстоящей свадьбы, возможно, как раз из-за того поцелуя с конем. Дайен приходится одновременно и работать с Боджеком, и решать вопросы по организации великого мероприятия вместе с Подхвостом. Ее усиленно напрягает годовое ожидание женитьбы и длительная к ней подготовка. Девушка рассказывает о своих мыслях будущему жениху, а тот не стал спорить, предложил отменить свадьбу. Ну, как отменить? Скорее, наоборот. Ибо отменила наша парочка лишь грандиозное торжество в угоду простой и быстрой свадьбы. Теперь у Боджека куда меньше шансов помешать этому событию, и как бы он ни пытался, в итоге у него, к счастью, все равно не получается сорвать свадьбу. А его друг Тодд Чавес советует принять это и смириться с неразделенной любовью. Дайен испытывает некую симпатию к коню, они во многом похожи, но она сделала свой выбор. Свадьба состоялась, а жеребец навсегда останется для девушки просто хорошим другом. Все бы ничего, но кое-что случилось. Книга Дайен о коне Боджеке почти готова. Она отправляет черновик объекту сего творения, и как вы уже должны знать, если смотрели мой прошлый ролик о сегодняшнем мультсериале, книга Боджеку не понравилась. Как он сам говорит, здесь он предстает перед читателями полным уродом, то есть тем, кем по сути и является в реальной жизни. А Дайен, вместо того, чтобы придумать историю об успешном и крутом коне, написала все как есть, без прикрас и преувеличений, полностью выставила на всеобщее обозрение гнилую личность своего нового друга. Боджек яростно приказывает своей работнице переписать книгу, над которой она работала несколько месяцев. Он наивен и правда думает, что мир крутится вокруг него и его желаний. Что же, Дайен желает показать ему это не так. Она выкладывает пару глав биографии Боджека в сеть, что мгновенно привлекло огромное внимание общественности. Людям понравился неидеальный конь. Он помог им чувствовать себя менее ущербными, ведь зная, что даже такая известная личность, как Боджек, может быть слабой и странной, ты начинаешь воспринимать свои недостатки более спокойно. Потому люди ждут продолжения мемуаров. Однако великий актер телевидения все равно не согласен с Дайен, не желает выпускать книгу, которая, как он думает, очерняет его личность, и уверяет своего агента, что напишет книгу лучше и в самые кратчайшие сроки. В итоге он всего лишь напивается, употребляет кое-что потяжелее, проводит в пьяном угаре, наверное, сутки, а после приходит к своей подруге просить прощения и говорит, что все же хочет выпустить книгу с правдой о себе. Дайен слушает слова Боджека внимательно, старается помочь другу, но она не способна ответить на, возможно, самый главный вопрос в его жизни. Мне суждено всю жизнь быть таким, как в книге. Или для меня еще не все потеряно, а? Еще не поздно? Дайен, скажи, что еще не поздно. Боджек, я... Нет, скажи, что я хороший человек. Да, мне свойственный эгоизм, хвастовство и саморазрушение, но в глубине души я хороший. Ты должна мне это сказать. Дайен, пожалуйста, скажи, что я хороший.
Книга о жизни коня Боджека за авторством Дайан Нуван опубликована. Она становится бестселлером и сразу получает престижную награду «Золотой глобус». Все у наших героев складывается хорошо. Жеребец наконец сможет осуществить свою заветную мечту, сняться в фильме о кумире своего детства, секретариате в главной роли. А Дайан, как эксперта, приглашают выступить консультантом по персонажам этого кино. Но на данный момент не эта работа засела в голове у нее, а немного иная. Девушка вдруг захотела приносить реальную пользу людям, потому на звонок от молодого бизнесмена Себастина Синклера прямиком с места военных действий в Кордовии она откликнулась с трепетом. Статный кот хочет, чтобы Дайан написала о нем и его фонде, который помогает пострадавшим в войне, книгу, тем самым за счет общественного резонанса увеличив количество денег в фонде. Себастин заверил девушку, что она поможет бедным людям, по-настоящему принесет пользу, если согласится на эту работу. Дайан в это и сама поверила. Но ее муж, мистер Подхвост, очевидно, не очень радостно отреагировал на желание жены улететь неизвестно куда на несколько месяцев. Что ж, песику удается ее отговорить от этой затеи, но ненадолго. Пока что Дайан будет занята работой над фильмом про секретариата, а передумает ли она ехать в Кордовию после завершения этой работы, неизвестно. К счастью, или скорее к сожалению, передумать у Дайан совсем не получается. На это влияют также постоянные звонки от Себастина, упрекающего девушку в том, что она занимается бесполезными делами, хотя может написать книгу, которая действительно поможет тысячам людей, переживающих худшие моменты своей жизни. Бросить работу над фильмом Дайан сейчас очевидно не может, но то, как относится к ее роли в съемках режиссер, подливает масло в огонь. Девушки попросту не дают нормально работать, заставляя заниматься сильно отвлеченными от творческого процесса делами. Но пока что отдохнем от работы. Ведь у нашей сегодняшней любимицы день рождения. Вместе с Подхвостом Дайан прекрасно отметила свой праздник, посетив библиотеку, какое-то еще не очень интересное для пса место, но ради девушки он готов был потерпеть. И вот, идеальный день почти завершен. Вот парочка влюбленных подъезжают к собственному дому, чтобы в спокойствии и удовлетворении закончить празднование. Как вдруг девушка открывает дверь в дом и видит то, из-за чего этот день уже точно не назовешь идеальным. Перед Дайан стоит куча ее друзей и знакомых, которых позвал сюда мистер Подхвост, чтобы устроить своей жене сюрприз. Устроить жене, которая тысячу раз показывала, как не любит тусовки, громкие мероприятия, толпы людей, сюрприз. Можно сказать, Подхвост неисправим. Он просто слишком сильно любит тусоваться с друзьями и что-то праздновать, чтобы понять негодование своей жены по поводу подобных вечеринок. Он думает, что организовав ей громкое празднование дня рождения, сделал все правильно, ведь хотел лишь порадовать Дайан, но это ее совсем не радует. А, и еще кое-что. Забыл назвать главную причину такого шикарного праздника от Подхвоста. Он очень не хочет, чтобы его жена летела в Кордовию, а потому решил делать все, лишь бы она осталась. Огромный торт, куча друзей, комната с шариками, желейный бассейн, теплые слова по типу «Вот бы каждый день был таким, я хочу просыпаться вместе с тобой». Все это нужно было для того, чтобы эмоционально привязать Дайан к этому дому, чтобы ей было тяжело просто взять и улететь из LA на несколько месяцев. Сработало ли это? Нет. Конечно, нет. Мистер Подхвост все грамотно продумал, хоть и не является обладателем высокого интеллекта, но его жена непроста. Она хочет уехать в Кордовию не потому, что там жизнь лучше или интереснее, она просто больше не желает находиться в зоне своего комфорта. В прекрасном доме с любящим мужем, ходя на не требующую от нее ничего работу, она не чувствует себя счастливой. Дайан хочет делать что-то полезное для общества. На самом деле, это качество многих из нас. Ведь люди, как бы кто ни хотел это отрицать, существа социальные. Каждый из нас в глубине души желает состояться в социуме, приносить какую-то пользу. А для нашей приприятной леди это как никогда важно. Дайан боится погрязнуть в рутине вместе со старым, никогда не меняющимся псом, с которым ей очень комфортно. Работая на бизнесмена Синклера, она наконец сможет написать книгу, заслуживающую ее гордости. По крайней мере, девушке так кажется. И как вы понимаете, Дайан Нуван действительно отправится в Кордовию писать книгу про Себастина Синклера. Но пока это не случилось, отметим кое-что в ее истории. Наша журналистка на самом деле достаточно вспыльчивый человек, если это касается какого-то спора или разногласий с общественностью. Дайан феминистка третьей волны, да и ее деятельность заставила девушку научиться доказывать свою точку зрения и всегда стоять на своем. На фоне этого однажды Нуван, отвечая на вопросы своих читателей по книге о коне Боджеке, случайно рассказала кое-что о другой крайне популярной личности, о Хэнке Гиппопапулусе, уважаемом в обществе старичке с телевидения.
Вирджинии. Она обвинила его в насилии над своими секретаршами, коих было немало за его карьеру. Дайан хватило просто вспомнить о том, что когда-то существовали такие обвинения в сторону Хэнка, как на нее тут же напали разъяренные людишки, защищая своего кумира. И все бы ничего. Нуван отлично держит удар, только вот неувязочка. Мистер Подхвост, а по совместительству муж Дайан, очень любит Гиппопапулуса. А теперь с запуском нового шоу нашего песика они вовсе стали коллегами. Потому все, что говорит девушка о Хэнке, непосредственно влияет на мистера Подхвоста. Песик просит свою жену попридержать коней, если вы понимаете, о чем я. А вернее, оставить идею потопить Хэнка Гиппопапулуса, закрыть эту тему. Однако нет, Дайан не слушает своего мужа. Здесь мы видим отзеркаленную ситуацию из прошлого конфликта женатиков. Только теперь виноватым выступает не Подхвост, а Нуван, которая никак не может закончить раздувать в СМИ тему, вредящую ее мужу. Шанс доказать свою правоту для нее куда важнее. В итоге у девушки все равно не получается докопаться до Хэнка. Он слишком влиятельная фигура в шоу-бизнесе. Но это не значит, что данная ситуация не понесет за собой последствий. Парочка влюбленных приезжает домой после тяжелого рабочего дня. А Подхвост в процессе работы, кстати, только и делал, что читал письма угроз в сторону его жены за конфликт с Гиппопапулусом. А значит, важного разговора не избежать. Теперь мистер понял, о чем говорила Дайан, почему она хочет улететь в Кордовию и немного отдохнуть от пребывания в браке. Отныне Подхвост думает, что нашей парочке действительно нужно побыть какое-то время друг от друга на расстоянии. Он предлагает своей жене все-таки уехать в Кордовию. Казалось бы, отличное решение для их брака. Отдых друг от друга всегда нужен, но я бы так не сказал. Представьте, вы играете в какую-то игру и усиленно проигрываете. Разве поставив паузу, сходив покушать, вернувшись проходить ненавистный уровень, вы сможете его благополучно завершить, учитывая, что с прошлой попытки у вас осталось совсем немного очков здоровья? Тут нужно либо тащить до конца, либо же перезагружаться с самого начала. Ну, а наши влюбленные решили все же поставить паузу. Конечно, они будут общаться на расстоянии, но таким образом точно не решить их очевидные проблемы в отношениях. Что Подхвост, что Дайан не слышат друг друга. И в будущем это окажется крайне важным фактором в их браке. Ну все, великолепная журналистка и писательница наконец в Кордовии, в центре гражданской войны, занимается настоящим делом. Живет в палатке, записывает свои мысли о Себастине Синклере, знакомится с бедным мальчиком, оставшимся без родителей под именем Кинко. Только вот, оказывается, коту-бизнесмену на самом деле плевать на страдающих из-за боевых действий бедолаг. Помогает он им только для того, чтобы казаться героем в глазах людей. Дайан видит все тяготы войны и ощущает то, как тяжело здесь находиться. Да и окончательно убило все желание девушки писать что-то для Себастина смерть мальчика Кинко. Но даже не сама его смерть, ибо мальчишка имел малые шансы на выживание, а то, как на это реагирует наш спаситель, кот. Он показывает свое тотальное равнодушие по этому поводу. Нуван понимает, что должна уехать из Кордовии обратно, домой. Только сообщить об этом своему мужу она не может. Ей стыдно признать свою ошибку, она чувствует вину перед ним, потому врет Подхвосту. Но вернуться в родной LA девушке все же нужно. А коли к мужу приехать не получится, Дайан Нуван приходит, внимание, к коню Боджеку, чтобы пожить у него до тех пор, пока она не сумеет сознаться мужу в возвращении из Кордовии. Сказать, что у коня Дайан задержалась надолго, ничего не сказать. Да еще и продолжила поддерживать контакт с мужем, притворяясь, что все еще пишет книгу в Кордовии. Подхвост думает, его жена занимается великими вещами, помогает выжившим в гражданской войне, в то время как Дайан Нуван сидит в особняке Боджека, бездельничает и бухает сутки напролет. Здравствуйте, я местный мальчик-беженец. Привет, как тебя зовут, золотце? Меня зовут... Кофеварка. Создается некий замкнутый круг, из которого девушке очень трудно выйти. Она чувствует вину перед мужем, потому не хочет возвращаться домой и продолжает ему врать. Тем самым она только увеличивает чувство вины перед ним, да еще и уменьшает свою самооценку, занимаясь недостойными вещами. Поэтому девушка, считая себя дерьмом, продолжает жить как дерьмо в особняке коня, не стараясь ничего изменить. В общем, можно расценивать это состояние девушки как подобие депрессии. И знаете, пока Дайан находится здесь, у них с Боджеком заводится интересный диалог, после того, как жеребец разочаровался в своей работе, расстался с девушкой, потерял свою заветную мечту сделать шедевральный фильм про секретариата. Этот разговор я запомнил надолго. Он действительно прекрасен, не буду мешать. Оставляю вас на пару мгновений наедине с героями, чтобы вы могли проникнуться этим моментом. А можно спросить, в Нью-Йоркском театре ты был бы счастлив? Да. То есть,
Ненадолго. А если бы Келси не уволили, и фильм о секретариате остался бы прежним, ты был бы счастлив? Ненадолго. Но потом, скорее всего... Так какой смысл? Должно быть что-то еще. Да? Вспомни, когда ты в последний раз был счастлив? Спустя какое-то время Дайен звонит мистеру Подхвосту и предлагает ему больше не созваниваться, пока девушка не приедет в кавычках домой. Мол, ей тяжело общаться с мужем на расстоянии. Отчасти это правда, только немного в другом контексте. Не в том, о котором говорит Дайен своему песику. А Боджек тем временем уезжает из собственного дома, оставляя девушку наедине со своим чувством вины, апатии и паршивым настроением. Ближайшие месяцы Нуван проводит здесь. В одиноком особняке, употребляя алкоголь, просматривая телевизор и барахтаясь в океане собственных демонов. А после принцесса Кэролин, великолепный агент коня Боджека и по совместительству возможный герой следующего ролика на моем канале, обнаружив писательницу в таком состоянии, предлагает девушке работу, чтобы хоть как-то вернуть ее в строй. Дайен должна будет вести аккаунты знаменитостей в социальных сетях. Работка не пыльная, да и не сложная, потому забуханная леди соглашается. Выезжает прекрасная Нувен на встречу со своим новым клиентом в ресторан и угадайте, кого там случайно замечает. Да, все верно, прямо напротив ее столика так удачно засветился мистер Подхвост, великий муженек, который все еще был уверен, что его жена находится в Кордовии, далеко от дома. Как вы понимаете, встреча женатиков оказалась, ну, очень неожиданной. Каждый из них в это время пребывал в неописуемом шоке. Однако все же они умные люди. Они не стали выяснять отношения, задавать лишние вопросы друг другу, потому что понимали, это не имеет смысла. Их брак и так висит на волоске, они в нескольких ссорах от развода. Происходит лишь веселый разговор, в процессе которого парочка общается по телефону, находясь при этом в одном помещении на расстоянии нескольких метров. Подхвост вежливо просит Дайен вернуться домой. Говорит, что сильно скучает, они обмениваются теплыми словами, и все у них должно быть теперь хорошо. Ну... почти. А еще эта парочка решила посетить семейного психолога, начать разбираться в собственных чувствах, эмоциях и делиться ими друг с другом напрямую. Также Дайен начала избегать коня Боджека, потому что якобы находясь рядом с ним, она раскрывает свои худшие стороны. На самом деле, по ее словам, действительно можно распознать одну проблему между нашими героями. Нуван такая же травмированная и несчастная, как Боджек, и сама это знает. Но при сравнении себя с конем, она всегда отрицает их схожесть. То есть Дайен словно возглашает: «Да, у меня было такое же ужасное детство, как у тебя. Да, мне так же тяжело, но мы не одинаковые. Я лучше тебя, я смогу исправиться». Однако дружба наших героев в любом случае достаточно крепка, чтобы сохраняться по сей день, несмотря на любые разногласия. Но есть кое-какая тема посерьезнее для обсуждения. Дайен беременна. Очевидно, ни Подхвост, ни сама девушка не хотели и не хотят заводить детей, поэтому Нувен решается сделать аборт. Давай одновременно скажем, чего хотим на счет три. Давай. Раз, два... На три или после трех? Как я могу сказать на три? Я же буду говорить три. Понял, понял. Раз, два, три. Аборт. Сделай аборт. О нет, мы разные сказали! Не сказать, что это далось ей очень просто. При помощи переживаний и эмоций Дайен, авторы раскрыли нам тему абортов со стороны женщин и женского выбора. Наша культура должна прогрессировать, не сравнивать аборт с убийством, ибо он, в отличие от названного преступления, абсолютно не противоречит закону. Своего мнения у меня на этот счет достаточно сформированного пока не имеется. С подобным, очевидно, не сталкивался. Но авторскую позицию я понять сумел. И написавший историю об аборте Дайен точно считает, что девушки должны не бояться этого. Все же лучше так, чем воспитывать ребенка, когда ты не способна на это, когда в тебе настоящей материнской любви нет совсем. Уничтожить еще не зародившуюся жизнь одно, а разрушить жизнь ребенку тем, что его родитель не сможет ему дать того, что он заслуживает, совсем другое. И автор хочет сказать, что второе куда страшнее. Так, что же происходит после абортирования нерожденных сына или дочки? Боджек получает, а точнее не получает, Оскар за фильм о секретариате, ради которого он долгое время работал над своей
пиар-компании. Дайен ругается с ним по очередному поводу, в кавычках «мы с тобой не похожи». Старается сохранить свой брак, еле дышащий при помощи искусственной вентиляции легких, работает над собой. А также кошечка-агентесса принцесса Кэролин распускает свое агентство, потому Нувен приходится искать новую работу. Находит она ее на веб-сайте одной богатой мышки под названием «Важна каста». Почему-то именно так переводчики адаптировали английское название «Girl Crush». Сайт акцентирован на феминизме, блогах звезд, на провокационных и разоблачающих статьях. В общем, это такое женское независимое СМИ, при помощи которого Дайен отныне будет самореализовываться. И все у девушки было бы прекрасно, только вот вдруг мистеру под хвосту пришло предложение баллотироваться в губернаторы штата Калифорния. Предложение, очевидно, наивный песик в надежде стать правителем принял, а значит теперь в семейном доме мистера и Дайен постоянно будут находиться толпы людей, работающих над избирательной кампанией будущего губернатора. Данное действо расстраивает девушку. Как мы знаем, она не любит, когда в ее неприступной крепости обитают незнакомые люди, но любящая жена все равно поддерживает мужа в его деле. Ну, как сказать, она совсем не верит в победу мистера Подхвоста, и именно поэтому ей так просто оказывать ему поддержку, мол, побалуется дитя, да успокоится. Однако, когда успех все-таки почти приходит к песику, Дайен не так радостно на это реагирует. Пока муж занимается своими делами, девушка находится в тени и не получает должного внимания от него. Да еще и конь Боджек, лучший ее друг, как сквозь землю провалился и не берет трубку. К тому же, из-за избирательной кампании под хвоста, постоянного нахождения посторонних в доме, у нашей парочки складываются некие проблемы в сексуальной жизни. И это окончательно заставило Дайен пойти против своего мужа и его избирательной деятельности, написав разгромную статью о фрекинге, за которой мистер под хвост отдал свой голос перед народом. Фрекинг, к слову, это, как я без пяти минут школьник понимаю, метод добычи нефти при помощи создания специальных скважин в земле. И, видимо, это очень сильно вредит нашей планете. Фактически, девушка не писала конкретно о своем муже, но написав провокационную статью, высказывая мнение, противоположное мнению подхвоста, она в глазах всех, включая и его самого, пошла против собственного мужа. На фоне этого между нашей парочкой влюбленных разгорается конфликт. И Дайен, после того, как песик довольно уверенно защищался в СМИ от ее нападок, апеллируя не самыми вежливыми словами, подготовила новый удар по его образу в глазах общественности. Полностью разоблачая избирательную кампанию под хвоста статью. Только вот серьезный конфликт женатиков случайно перерастает в какую-то уже ролевую игру с понятным всем контекстом. Таким образом и происходит дальнейшее их взаимодействие. Они сильно ругаются на фоне очередных дебатов по поводу сексизма, фрекинга, а потом не слабо отдаются друг другу в расслаблении и удовольствии. Однако подобная модель поведения не могла просуществовать долго. Из-за фрекинга, организованного прямо под домом нашего кандидата в губернатор и его жены, во время мероприятия по сбору средств для избирательной кампании, особняк мистера Подхвоста провалился под землю вместе со всеми гостями в нем находящимися. И пока вся толпа разъяренных людишек решает, что им дальше делать, Дайен сильно обижается на своего мужа, ругается с ним, ибо это из-за его решения одобрить фрекинг сейчас все под землей, без связи и возможности позвать на помощь. Девушка отправляется горевать в спальню, где ее уже ждал великолепный Боджек. Друзья приступают к длительному распитию алкоголя и изливанию души друг друга. Дайен рассказывает коню, как она несчастна. Она вовсе думает, будто проклята. А дружочек тем временем говорит о своих насущных проблемах, а именно об образовавшейся в его доме 18-летней якобы дочке. Но сегодня для нас это не так важно. В общем, Дайен хорошо нарыдалась, напилась за эти несколько дней погребения глубоко под землей. Возможно, переосмыслила всю свою жизнь. Пора выбираться. Наши герои в стельку бухие случайно пробивают путь к воде, которой так не хватало людям, за короткое время полностью озверевшим. Они уже начали сжигать и буквально пожирать друг друга. Однако воды оказывается столько, что она заливает весь особняк. Депрессивные пьяницы откопали не подземные воды, а пробили водопроводную трубу. Теперь они обречены на медленное затопление и скорую смерть. А пока людишки ждут собственного погребения заживо, принцесса Кэролин на пару с Тоддом Чавезом решают важные муравьиные дела в подземных поселениях. В итоге, довольная недавно совершенной благодаря навыкам дипломатии принцессы сделкой, армия насекомых помогает всем выбраться наружу. Заточение наших героев заканчивается, они все вместе решают пойти покушать эфиопской еды, а об этих ужасных днях, проведенных в подземном аду, договариваются никогда не вспоминать.
конце концов, Дайен Нуван мирится со своим мужем под хвостом, а тот, в свою очередь, выходит из политической гонки. Но тут же попадают в другую, уже на стороне другого кандидата. Бывшие союзники нашего героя в избирательной кампании выдвинули нового человека на выборах, а мистер со своей женой должен помочь одержать победу над ними своему бывшему врагу, и у них это получается. Как бы это все не было запутано, сейчас в отношениях Дайен и подхвоста все более-менее гладко, что не может не радовать. Но более-менее недостаточно хорошая оценка для крепких отношений, потому гладко у нашей пары все проходит лишь до определенного решающего момента. Из-за недавних событий особняк, находившийся 10 дней под землей, был полностью разрушен. Нашим героям пришлось построить новый, но они не торопятся туда въезжать. Почему-то им пришло в голову прямо в моменте поехать на Гавайи, так сказать, совершить разрушающий рутину и скуку поступок. Им это немного не удалось, зато они, казалось бы, весело провели время в мотеле рядом с заправкой. Прекрасный закат озаряет наших героев. Они мечтательно обсуждают очень интересные вещи. Дайен невзначай рассказывает о своей давней мечте, об Бельном зале, о таком же, какой был у Бель из французской сказки «Красавица и чудовище». Да, правда. Девушка мечтала об огромной волшебной библиотеке. Сейчас нам это кажется недостаточно важной деталью, образовавшейся чисто между слов, но только наши влюбленные приезжают в свой новый дом, как зритель осознает, детали более важные в тот момент не существовало в принципе. Мистер Подхвост до сих пор не сумел ничего понять. Свою любовь он привык выражать при помощи широких жестов, закатывал всем своим девушкам шикарные вечеринки, устраивал крутые свадьбы, дарил дорогие подарки. Только вот нашей Дайен все это не нужно. И, наверное, лишь самый непробиваемый человек в мире не понял бы это после многих лет общения с ней. Но наш муженек не хотел, а скорее просто не мог понять свою жену. Герои отпирают двери своего нового особняка, Подхвост показывает жене одну интересную комнату, а именно построенный за время отсутствия хозяев дома бельный зал, прямиком из сказок. Дайен, очевидно, была далеко не в восторге. Волшебная библиотека — ее мечта. Сказочная, невыполнимая, оттого и настолько важная для нее. Такая мечта, о которой можно пофантазировать перед сном или в грустные моменты своей жизни, погрузившись в свой отдельный мирок. Но когда эта самая мечта находится перед тобой в твоем доме, она перестает иметь какой-либо смысл. Дайен Нуван окончательно понимает, что их брак с мистером Подхвостом больше не продержится. Она не способна и дальше делать вид, что счастлива вместе с псом и получает то, чего действительно хочет. Развод. Одно слово, в котором заключены великие страдания, огромное количество разного рода эмоций и сожалений. И теперь это слово применимо и к отношениям наших героев. Грустная музыка, горькие слезы, красивый занавес. Знаешь, иногда наш брак мне напоминает стереокартинки. Я их обожаю. Знаю. Они размыты, и сначала ничего не понятно, и их тяжело разглядеть. Но иногда, если правильно скосить глаза, все проясняется, и это самое лучшее, красивое и удивительное. Да, понимаю, о чем ты. Но я устала коситься. Спустя некоторое время наши разведенки сидят в ресторане, обсуждают свой брак, развод и всякое другое. Тут к ним подходит официантка, молодая и веселая девушка-мопс под именем Фасолька. Ее ребячество раздражает Дайен, но Подхвосту, как ни странно, очень приятно с ней общаться. Мы сразу замечаем некую искру между мистером и Фасолькой, но мы еще увидим их на новоселье песика через пару дней. А пока давайте встретимся с конем Боджеком, хорошим другом, к которому Дайен приходит в гости, так как в своем новом доме, который и дому сложно назвать, ей грустно и одиноко. Прекрасные друзья мило болтают и, очевидно, напиваются. Здесь девушка проговаривает одну интересную, так сказать, мысль. Сейчас и Боджек, и Дайен не находятся в отношениях. В теории они могли бы, ну... Да ты сам знаешь. Интересно, ну... Типа мы могли замутить? Что? Нет, я тебе не предлагаю. Нет. Нет, но в принципе это возможно, да ведь? Вот что интересно. Да? Ну, наверное. И не надейся. Господи, какая мерзость. Ты мерзкий. Однако дальше каких-то размышлений это дело не заходит. Конь невзначай рассказывает о какой-то истории из Нью-Мексико, про свою давнюю подругу и ее дочку. В его рассказе, конечно же, все закончилось хорошо. Боджек купил яхту, ради которой якобы и приезжал в другой штат, вернулся обратно.
конец. Но по выражению его лица можно было понять, кое-что он скрывает. Эта деталь чуть дальше сыграет свою роль, но не будем забегать вперед. Вернее, забежим, но не так далеко. Новоселье Лабрадора в его новом особняке. Дайен приезжает домой к Подхвосту уже с новой прической. Они, как вы знаете, недавно разведены и общаются лишь как хорошие приятели. Все вроде бы складывается хорошо, однако девушка замечает фасольку. Ту официантку из ресторана, а еще Подхвоста, так страстно обнимающего и целующего ее. Дайен нахлынули воспоминания о времени, проведенном в браке с милым песиком. В этот момент она испытывала неисчислимо сильную ревность и обиду. Все-таки развод действительно сильно ударил по эмоциональному состоянию нашей героини, как бы не хотела она это скрыть. Нувен, горько рыдая, уезжает с вечеринки. Сразу же отправляется в аэропорт, чтобы ближайшим рейсом улететь далеко-далеко, подальше от собственной тоски и всего, что ей бы напоминало о ней. Счастной любви. Так удачно она прилетает именно в Ханой, столицу Вьетнама, страны, откуда родом ее семья и была пару поколений назад. Здесь Дайен ищет способы забыться, начинает писать статью для важной касты «10 причин посетить Вьетнам», где рассказывает об этой поездке. Авторы грамотно внедрили текст этой самой статьи в повествование. Он одновременно является и стандартным закадровым голосом персонажа-рассказчика, и при этом частью истории, не ломая четвертую стену, ведь это просто статья героя. Читает девушка ее, по сути, не нам. В Ханое Дайен проводит пару недель. Попадает здесь в кучу нелепых и веселых ситуаций. У нее даже завязывается туристический мини-роман с одним парнишкой, который все время их общения думал, что девушка не понимает ни слова по-английски и что она местная вьетнамка. Но как бы не было весело нашей Дайен Нувен в околородной стране, найти здесь родственную душу, с кем-то подружиться, завести новые знакомства, почувствовать настоящее родство с этой страной у нее не получается. Здесь она лишь еще больше чувствует свое одиночество, а приезжая обратно в LA, девушка понимает это и принимает. Считает, что даже одна она справится с великой тоской и мраком. Отныне мистер Подхвост перестает быть для нее одной из самых главных частей ее жизни. И я искренне рад за Дайен. Если проследить хронологию событий, их брак был обречен с самого начала. Наша сегодняшняя героиня постоянно находится в рефлексии, поиске саморазвития и самоосознания. Ей негоже вечно жить в роскошном доме, утопая в хоть и беззаботной, легкой, но рутине. Тем временем же Подхвост – старый веселый пес. Ему не суждено измениться. Он застрял где-то в 80-х в своем радужном мире и возвращаться в реальность не собирается. Да и ему и не особо это нужно. Как ни посмотреть, наши герои не подходят друг другу. Если раньше это было не так заметно, сейчас мы видим их несовместимость невооруженным глазом. История отношений мистера Подхвоста и Дайен завершена. Начинается новая глава в ее жизни. Кстати, пришло время рассказать о том, чем сейчас занимается наш друг Конь Боджек, ибо теперь это важно для героини сегодняшней истории. Жеребец снимается в новом дорогом детективном сериале для веб-сайта под названием «Филберт». Некоторые конфликты с известным в шоу-бизнесе Венсом Вагнером привели к тому, что сериал обвинили в сексизме. И это обвинение, стоит заметить, вполне оправдано. Однако менеджеру этого шоу принцессе Кэролин необходимо исправить ситуацию. Угадайте, кто может помочь Боджеку исправить его сериал, сделать его более толерантным и уважительным в кругах общественности, поднять репутацию не только Филберта, но и самого коня Боджека. Да, правильно, Дайен Нувен, феминистка третьей волны, сильная и независимая женщина. И она начинает работу над сериалом. Но перед этим кое-кто навещает девушку, чтобы рассказать интересные детали по поводу ее друга коня. Анна Спанакопита, бывший публицист Боджека, дает послушать Дайен аудиозапись разговора коня с одной журналисткой, которую после интервью он невзначай затащил в постель. На записи он рассказывает ей о каком-то загадочном случае в Нью-Мексико. На яхте была девчонка. Что? В Нью-Мексико. Она мне доверилась. Что? Я спрашиваю себя, если бы ее мать не вошла, сделал бы я... Часть меня верит, что я не мог. Но другая часть знает, что это ложь. Как все исправить, если натворил такое, что назад пути нет? Девочки все же не глупые, все сами поняли. Боджек чуть не совершил что-то непоправимое, хотя что конкретно, все еще остается загадкой. Но Дайен потрясло скорее не это, а то, что ее лучший друг не поведал ей эту историю. Девушке казалось, с конем они всегда предельно честны друг к другу, но, видимо, не всегда.
Данная ситуация ставит между нашими героями неосязаемую стену. Дайен теперь не хочет близко общаться с Боджеком, не может полностью ему доверять. Ее психолог советует девушке начать избегать каких-либо разговоров с триггерящим ее конем. А он все же замечает то, что Дайен немного изменила свое отношение к нему. Потому девушке приходится рассказать другу о совете ее психотерапевта не пересекаться с ним. Услышав об этом, Боджек, разъяренный, приходит к доктору Индире. Именно так зовут терапевта Дайен, желая с ней поругаться. Однако сам не замечает, как случайно начинает изливать душу психологу, рассказывать о своих проблемах, в общем, в принципе, участвовать в полноценном психотерапевтическом сеансе. Вследствие этого телезвезда начинает и вовсе регулярно встречаться с доктором. Но однажды в кабинете Индиры его застает Дайен. Девушка, мягко говоря, не была рада такой встрече, потому что считала своего психолога человеком близким. Как бы это ни звучало для нашего СНГ-менталитета абсурдным. А свои сеансы воспринимала как время, когда можно освободить от оков, от социальных рамок и говорить все, что не дает покоя растерзанной душе. Теперь доверять доктору Индире она не сможет. А та, в свою очередь, нашла простое решение проблемы. Она предлагает журналистке завершить ее лечение, перестать посещать сеансы, ибо отдает предпочтение коню Боджеку, которому, видимо, помощь хорошего психолога нужна чуть более сильно. Правда, он сам этого совсем не осознает, потому как только Дайен уходит из кабинета, конь тоже вслед за ней устремляются покинуть помещение и больше никогда сюда не приходить. Друг нашей героини считает, что раз ей не нужна помощь, то ему и подавно, ведь они в его глазах одинаковы в своих психологических проблемах и особенностях. В то же время Нувен так совсем не думает. Слова Боджека, цитирую, «Ты такая же больная, как и я», очень ранят и злят Дайен. Но вот я думаю так. Наши герои и вправду схожи своими психологическими травмами и болезнями, но это не значит, что справляются с ними они теми же способами. Девушка уже давно старается осознать свои проблемы, решить их и справиться с бесконечной тьмой, засевшей в ее голове, в то время как Боджек лишь глубже и глубже уходит под воду. Его легкие с каждым днем все сильнее наполняются черной смолой. После всей этой ситуации Дайен остается очень зла на своего друга. Она специально для Боджека пишет новую сцену сериала, чтобы доказать коню. Мы с тобой разные. Данная сцена должна будет напомнить ему одну интересную историю, ту самую, о которой девушка однажды узнала от Анны Спанакопиты. Проводим параллели этого фрагмента сериала с реальной историей. Подлодка, яхта. Девочка лет 17, дочь старой подруги Боджека тех же годов. Филберт целует девушку. Конь Боджек чуть не доходит до акта близости с несовершеннолетней. Детектив оставляет девочку умирать на подлодке, которая должна скоро взорваться. Телезвезда наносит дочери своей подруги страшную травму, а после просто уезжает домой на огромной яхте, забывая эту ситуацию как страшный сон. Дайен в своей способности красиво рассказывать об ужасных вещах гениально. И эту историю она подала так, как надо. Боджек пребывал в шоке, но, кстати, так и не решился поговорить с подругой о том, как же она узнала о его истории, зачем внедрила ее в сценарий. Следующая знаменательная для нас деталь обнаруживается на премьере Филберта, куда приезжают все его создатели, включая Дайен и коня Боджека. Исполняющий главную роль в шоу актер, а по совместительству всем нам знакомая звезда Голливу, высказывает свое слово перед показом первого эпизода сериала людям. Конь говорит о том, что персонаж Филберт ужасен, неадекват, да и в целом плохой человек, но в каждом из нас есть маленький Филберт. Боджек за свою жизнь натворил кучу отвратительных вещей, и этот сериал помогает ему думать, что раз все ужасны, то быть мудаком это вполне нормально. И услышав эту речь, Дайен ужасается, впадает в шок. Осознав, к чему привела ее работа над сериалом Филберт, она просто не понимает, зачем в принципе приняла участие в подобном шоу. Именно она сделала Филберта откровенно неприятного человека, достойным сопереживания. Добавила в его вымышленную личность реалистичности и признаков обычных людей, что вкупе может подтолкнуть зрителя к мысли, мол, быть таким, как герой этого сериала, вполне приемлемо. Девушка не хотела, чтобы из-за нее подобного персонажа воспринимали как что-то нормальное в нашем мире. Быть мудаком ненормально. Если все ужасны, то ты не можешь быть так же ужасен только потому, что это, видишь ли, обыденно для нашего общества. Конь Боджек и сам это понимает, но постоянно ищет своему уродству хотя бы
малейшее оправдание, чтобы в один момент попросту не совершить самоубийство от осознания своей никчемности. А Дайен сейчас дала ему еще один повод продолжать принимать себя таким, какой есть, то есть законченной мразью. По этому поводу у лучших друзей происходит диалог, очень важный и бьющий в самое сердце. Дайен в порыве обиды и ярости наконец решает поговорить с Боджеком о Нью-Мексико, о том, что же конкретно случилось там такое страшное, что именно держал в тайне от нее наш конь, предварительно наведя справки, разузнав, кому он тогда ездил и зачем. К сожалению, конструктивный диалог у наших героев не складывается. В итоге они вспоминают очень много болезненных для обоих участников разговора вещей, например, смерть Сары Лин, подруги Боджека, историю про его стилистку из 80-х Шарону, но в итоге конь, когда понимает, что действительно виноват и не хочет терять дружбу с девушкой, все-таки решает рассказать об истории из Нью-Мексико. Туда он однажды приехал к своей подруге Шарлотте. У нее была прекрасная и так похожая на мать дочь 17 лет. Ее звали Пенни. Каким-то образом Боджек остался жить у подруги вместе с ее большой семьей на несколько месяцев. Как мы уже поняли, однажды случилось что-то страшное, о чем зрители уже, думаю, догадались. Однако даже услышав наконец эту историю, Дайен не перестает злиться на коня. Она уходит, не желая больше видеть своего лучшего друга. Спустя пару минут девушка встречает мистера Подхвоста, который, напоминаю, сейчас находится в отношениях с Фасолькой, той официанткой из ресторана. Но это не мешает ему подвести Дайен Нувен домой, а после зайти, так сказать, к ней в гости. Да, в итоге песик изменяет своей нынешней девушке с бывшей женой. И не раз. К счастью, нашу героиню это мало волнует. Куда важнее сейчас печальный Боджек, пришедший извиняться к своей подруге, делая это так же, как в начале их дружбы перед публикацией его мемуаров. Только сейчас ситуация в целом немного изменилась. Отныне простые слова коню не помогут. Дайен, желая наконец радикально помочь другу, отвозит его в рехаб, где тот должен будет избавиться от своих зависимостей, реинкарнировать, стать лучшей версией себя. А наша писательница, журналистка, феминистка тем временем будет выступать для него главной поддержкой. Понять не могу, нафига ты со мной возишься? Ты столько обо мне знаешь, какое последнее дерьмо. Когда-то в школе у меня была подруга, Эбби. Мы всегда были вместе, как два неразлучника. Потом ее приняли в компанию крутых, а меня она стала обижать, издеваться. Раскрыла все наши с ней секреты. Давила на больное, она меня опустошила, забрала год моей жизни. Но тем летом заболела ее мама, ну, смертельно. И пока ее друзья тусили на роскошном курорте, я поддержала ее. Зачем? Да идиотка была. И это ж была Эбби. Да, я ненавидела ее и до сих пор не простила, но я ей нужна была. Это ж лучшая подруга, я ее люблю. И вот... Ты здесь, хоть ты и говно, ты мой лучший друг, и я тебе нужна. Конь Боджек в рехабе, мистер Подхвост разбирается в себе и старается сохранить свои отношения с бедной мопсом девушкой в целостности, а Дайен все продолжает великолепную работу в независимом СМИ под названием «Важна каста». Теперь она не только пишет статьи, но и создает интереснейшие видеосюжеты, разъезжая со своим напарником по командировкам. Знакомьтесь, это Буйвол Гай. Многие, посмотревшие мультсериал, не помнят и не знают его имени, так что советую вам его запомнить хотя бы визуально. Гай постепенно становится новым парнем Дайен. Они вместе готовят разоблачающий провокационный материал, направленный против корпораций, власти, разъезжают по городам, ну и, конечно, веселятся. Теперь Нувен, благодаря усиленной работе в «Важно касте», полностью реализовывает свою феминистическую и справедливую натуру. Ну а что по поводу ее отношений с Гаем? Он хороший мужик, заботливый, с ребенком, мать которого от него ушла за спиной, остроумный, но имеет некоторые сомнения насчет интрижки с коллегой. Пока что наш Буйвол не уверен в Дайен, думает, что их отношения недостаточно серьезны. И когда к нему домой случайно заваливается сыночек, устроив сюрприз своему бате, происходит слишком неловкая ситуация. Девушке приходится буквально выпрыгивать из окна, чтобы маленький буйволенок не заметил ее. Печально. Очень печально. Да, отношения между Дайен и Гаем были на тот момент не особо серьезны, однако скрываться от сына своего парня, подхватывая на лету из окна собственные вещи, как думаю я, было для дамы достаточно унизительно. Несмотря на это, коллеги продолжают общение, но вот они закончили работу в Чикаго, и девушке нужно улетать обратно в LA.
домой. Гай пытается уговорить ее остаться с ним, понимая, что здесь, в Чикаго, ей действительно будет лучше. Дайен все еще держится за свой абстрактный дом, друзей, также боится бросить лучшего друга, Боджека, в полном одиночестве. Ибо из по-настоящему близких людей у него никого не осталось. Лишь бог знает, как он перенесет поездку в реабилитационный центр, что случится с ним, если он вдруг снова сорвется и начнет употреблять наркотики или алкоголь. Потому пока что Нуван уезжает из Чикаго, однако оставляет Гаю надежду на ее возвращение, которое может произойти совсем скоро. К слову, по приезду в LA Дайен почти сразу едет проведать коня Боджека, своего любимого друга. Отмечу, между ними иногда складывались напряженные отношения, создавались громкие конфликты, однако девушка понимает, что должна поддержать его, ведь Боджек лежит в рехабе в завязке, до этого бухая всю сознательную жизнь. Может ли быть что-то хуже? Однако там, куда Дайен привезла коня пару месяцев назад, его не оказалось, так как он со своим куратором, который, цитирую, должен не дать Боджеку разгуляться, то есть напиться, отправился на вечеринку в дом мистера Подхвоста. Девушка в итоге находит своего лучшего друга и хочет с ним поговорить о чем-то важном, крайне важном. Она переезжает в Чикаго. Для коня эти слова были очень опечаливающие, но Дайен решила это еще давно. На самом деле она и не желала даже уезжать от своего нового парня Гая, лишь наша старая телезвезда заставила ее вернуться, чтобы попрощаться и взять со своего друга маленькое обещание. Девушка знает, как тяжело Боджеку жить в этом мире, а когда она уедет, ему станет еще тяжелее. Но так как жеребец сейчас выходит на путь исправления, появляется надежда, что он справится. Справится сам со своими демонами. И подтверждение именно этой мысли Дайен искала, чтобы со спокойной душой покинуть LA и начать строить собственную жизнь в Чикаго. Что же? Она получает обещание от Боджека не спиться и не умереть в ее отсутствие, но будет ли это обещание исполнено, скоро узнаем. Ну, и как продвигается жизнь в Чикаго у Дайен? Ради чего была вся эта драма с переездом? А для того, чтобы начать писать собственную книгу о себе самой. Наконец-то девушке не придется анализировать личности других людей, находить в их глубокой душе открытые раны. Теперь она напишет о своих внутренних демонах, о своей травме. Только вот, не все так просто. О, смотрите, как строчит. А, тебе пока нельзя смотреть. Ладно, ладно. Я просто была в процессе, прости. Да? Дело пошло? Да, ты был прав, стоит. Было только начать, и дело сдвинулось. Дайен никак не может начать писать книгу, которую уже, кстати, купили продюсеры. То есть ее в любом случае нужно создать, да и девушка это очень сильно хочет сделать, но ею овладела апатия. Ощущение собственной никчемности, одним словом, депрессия. Знаете, как бы это ни звучало наигранно, подобное я иногда сам испытывал при написании видеороликов на ютубе. Например, прошлое видео о коне Боджеке мне давалось слишком трудно. Я убил на создание сценария 3 месяца, и очевидно, это время не проходило достаточно эффективно. Я просто вечно откладывал свои писательские инструменты, так как каждый раз боялся написать неинтересный и сухой текст. Потому что, мол, я себя заставлял писать, а значит, недостаточно хочу это делать, вследствие чего у меня получится нежеланный, пустой материал. То же испытывает и Дайен сейчас. Ее книга важна для нее, слишком важна, чтобы она могла просто взять и написать ее. Девушка боится не справиться с той задачей, которую сама же себе и поставила, уверяя себя, что эта книга – работа всей ее жизни. Однако, как бы ни была сильна депрессия, и ее можно победить. Конечно же, в первую очередь, благодаря доктору-психотерапевту. Дайен Нуван прописывают антидепрессанты, которые сначала она пить отказывается, зная, что из-за них растолстеет, и к тому же точно никогда не закончит писать свою книгу, однако таблетки помогут ей хотя бы немного перестать ненавидеть свою жизнь и существование в целом. Потому Дайен все же решается начать пить лекарства. Полнеет на пару десятков килограмм и лишается некоторых собственных заморочек, что нам показывают авторы в очень веселом и саркастичной манере, а также, несмотря на прошлый неудачный опыт, начинает писать книгу о своей травмирующей жизни, постепенно пытаясь разобраться в себе. Режиссеры и сценаристы мультсериала великолепно показали нам мыслительный процесс Дайен. Она пишет заметки о разных людях из своей жизни, рассказывает истории. Тем временем мы видим визуализацию всего этого, как строится мысль девушки, как во время этого с ней якобы разговаривают герои ее произведения. Великая писательница в поисках главной идеи для книги
вспомнила о японском искусстве реставрации мисок, кувшинов, ваз, используя золотой, серебряный или платиновый порошок кинцуги. Суть здесь в том, чтобы из чего-то в прошлом красивого, но треснувшего, создать что-то еще более красивое. Да настолько, что отреставрированная, к примеру, миска будет выглядеть и стоить дороже, чем ее изначальная версия. Дайен также представляет свою личность, сравнивает ее моральный рост с кинцуги. Девушка за всю жизнь получила кучу травм, испытала миллион чувств, эмоций, и она верит, что все эти даже негативные воспоминания сделали из нее ту, кем она является. Что психологические травмы сыграли не менее важную роль в ее успехе как личности, чем ее талант или удача. Однако, как бы ни была действительно глубока данная идея, Дайен, не будем забывать, плотно сидит на антидепрессантах, из-за чего не может собраться с мыслями, осознать свое прошлое, эмоции и боль до конца, а значит, не может в полной мере их передать. Думаю, это сравнимо с тем, если бы она в любое время суток была немного навеселе. Когда личность притупляется и заглушая негатив, такое состояние заглушает наряду с этим все прочие эмоции и чувства. В конечном итоге Дайен путается в собственных мыслях и случайно пишет совсем другую книгу. Не о травме, великой боли или воспоминаниях, а об энергичной, крутой девочке Айви Трен. Этот образ словно из ниоткуда появляется в ее голове и выражается так ярко, что мигом затмевает любые другие, даже ее собственный. Айви быстро переводит все внимание зрителя на себя. Это показывает, насколько все эти размышления о великой боли, реставрации мисок и трудном детстве на самом деле не важны. Пережиты тысячу раз, в отличие от чего-то свежего, веселого. Да, эти переживания являются важной частью становления человека, но нужны они не для того, чтобы их романтизировать, будто хвастаясь своим тяжелым прошлым, а чтобы благодаря испытанной боли создать диаметрально противоположное, что-то веселое, беззаботное снаружи, но глубокое и искреннее внутри. Таким созданием и послужила для Дайен Айви Трен. Ее детективная история с фудкорта оказалась действительно интересной, а главное, настоящей, хотя сама девушка этого не признает. Ей кажется, что она должна была написать что-то куда большее, но история Айви — это именно то большее. Девочка из книги крутая и веселая, но не лишена недостатков, как сама говорит. Просто ее отрицательные черты не вознесены в культ. В отличие от Дайен, личность Айви Трен строится не на собственной великой травме, а на том, чего она сумела достигнуть вопреки своему травмирующему прошлому. Но пока что наше горе писательница думает, мол, если история про Айви Трен была так легко для нее написана, словно сама образовалась из ниоткуда, это значит, что она плоха и недостойна быть опубликованной. Дайен все еще хочет написать книгу о своей травме и предпринимает не самое обдуманное решение ради этого. Она бросает пить антидепрессанты. Очень резко, не подготовившись морально или физически, просто перестает их принимать. Очевидно, данный отказ от спасительных таблеток привел к не самым приятным последствиям. Дайен чувствует себя раз в 10 хуже, чем до того, как в принципе начала курс лечения депрессии. Возможно, не было бы у нее отличной моральной поддержки со стороны буйвола Гая сейчас, она могла бы решиться вовсе покончить с жизнью. Парнокопытный парнишка отныне начал серьезно переживать за состояние своей девушки, потому решился на великолепный ход. Он понял, что Дайен внедрила себе в голову мысль об обязательстве написать ту книгу, которую у нее, к сожалению или к счастью, никак не получается написать. Зато история про Айви Трен пишется легко, да и сама по себе вполне неплоха. Гай без ведома девушки отправляет принцессе Кэролин, великой кошке-менеджеру, главу книги о детективе с фудкорта. Дайен, узнав об этом, злится на своего парня, ведь эту историю не хотела кому-либо показывать и уж тем более отсылать продюсерам. Но что сделано, то сделано. А Кэролин, к слову, очень понравилась Айви Трен. Не забываем о скоротечности желаний нашей кошечки. Теперь ей не нужна унылая книга о детских травмах Нуван, она желает увидеть продолжение легкого и веселого романа про Айви, уже договорилась о его экранизации с нужными людьми. А Дайен отныне и вовсе сама не понимает, чего хочет. Она убеждена, что книга о ее детских травмах, проблемах и боли очень важна, да должна быть написана. А иначе все было напрасно. Все ее самокопания в итоге ни к чему не привели, но так считает лишь она. На самом деле легкая, искренняя история об Айви Трен именно то, во что и должны были вылиться все страдания девушки. Сквозь мрак и депрессию Дайен всю жизнь шла ради того, чтобы в конце ее ужасное прошлое не имело значения, чтобы она могла, не задумываясь ни о чем, писать именно такие веселые романы, главными героями которых были бы не забитые травмированные люди, а прекрасные и беззаботные девочки-подростки. Принцесса Кэролин смогла переубедить Дайен
Лиен Нуван. Отныне она не автор унылых мемуаров о том, как тяжело жить в этом мире, а великолепный рассказчик по-настоящему крутых историй. И черта с два подобное творчество оказалось бы менее важным и полезным для людей. На самом деле в легких, но при этом все равно глубоких, чувственных произведениях иногда куда больше смысла, чем в великой драме и вселенской тоске. Возможно, сейчас наша героиня сумела понять это в полной мере. А авторам мультсериала большое спасибо за мудрость. Кстати, помните коня Боджека? Да, это тот самый лучший друг Дайен Нуван, а по совместительству бывший наркоман. Он давно вышел из рехаба, но после этого кое-что случилось в его жизни. Старого коня полностью похоронили в медийном поле, обвинив в куче жестоких и ужасных поступках. Часть он совершил осознанно, некоторые по случайности. Но факт в том, что сейчас жеребец как никогда нуждается в поддержке от близких людей. А Дайен, наша героиня, на данный момент почти единственная, кто по-настоящему ему дорог. Только вот даже зная все это, понимая, как Боджеку сейчас нелегко, Дайен почему-то не стремится его поддержать, увидеться с другом, облегчить его страдания. Девушка сейчас занята своей жизнью, познакомилась с сыном своего парня, работает над Айви Трен и другими своими произведениями. В общем, на старую телезвезду ей попросту не хватает времени. Да и сама, думаю, она по горло насытилась его вечными проблемами. Боджек человек больной, а всех, кто ему дорог, он тянет в болото за собой. Дайен в глубине души понимала это, потому отдалилась от него, уехала в Чикаго. Но сделала она это только после того, как конь пообещал справиться со своими демонами, изменить свою жизнь. Сдержал ли он обещанное? Конечно же нет. Он пытался, но недавно от него отвернулись буквально все в этом мире. Жеребец в очередной раз напился. Казалось бы, ничего необычного. Сейчас он вновь идет в запой, наколотит дров, а потом будет жалеть о всем содеянном и о собственном существовании. Но на этот раз Боджек висел буквально на волоске от смерти. В пьяном угаре он пошел, так сказать, поплавать в бассейне. Благо его нашли и откачали. Бедолага остался в живых. Только вот Дайен, проснувшись прекрасным утром, прочитала аудиосообщение, отправленное ей конем перед актом чуть ли не самоубийства. Боджек записывал сообщение ночью, очевидно, пьяный. Дайен попросту не могла откликнуться на него, а жеребец в этом ее винил. Сказал, мол, пойду я искупаюсь, ведь все не имеет смысла, всем на меня насрать. Перезвони мне, если не хочешь, Дайен, чтобы я пошел плавать в бассейне, иначе я решу, что тебе тоже насрать. Словами не описать тот ужас, который испытала девушка, утром прочитав сообщение своего лучшего друга. Ведь именно она оставила его в LA совсем одного. Уехала в Чикаго к счастливой жизни, в то время как Боджек продолжал тонуть, погружаясь все глубже и глубже в океан, наполненный его страхами, проблемами и травмами. Дайен почувствовала, что виновата в, на тот момент казалось, смерти Боджека. А позже, узнав, что конь все-таки остался жив, она в каком-то смысле возненавидела его за то, что между ними образовалась настолько близкая, в каком-то смысле нездоровая связь. Словно конь держал беднягу в заложниках. Лучшие друзья были повязаны друг с другом. Боджек заимел власть над девушкой, и каждый раз оступаясь, делая плохо самому себе, он заставлял испытывать то же самое и Дайен. В итоге она поняла, так больше продолжаться не может. Если чужая жизнь ее и дальше будет волновать так сильно, она никогда не построит свою собственную. Потому девушка начинает верить в свое счастье. Она выходит замуж за буйвола Гая, переезжает из Чикаго в Хьюстон, общение с Боджеком оставило на ней след, но Дайен сумела пройти через это. Она благодарна своему лучшему другу за все, но решает его отпустить, перестать пытаться его спасти. И вот, лучшие друзья расслабленно болтают, сидя на крыше, как старые добрые. Возможно, это их последняя встреча. Мультсериал рассказал нам прекрасную историю Дайен Нуван, а ее конец не менее прекрасен. Девушка трансформировалась из зажатой, травмированной девочки в сильную, свободную от собственных страхов женщину. Кто-то из вас подумал бы, что нужно теперь подвести какие-то итоги. Но слушай, ведь хорошая ночка. Да? Так давай услышим, что покажут нам эти звезды. Увидим, как звучат они. Ночка и вправду хорошая.